Заброшены, но не забыты. Сотрудники бендерской милиции убрали могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Акцию традиционно проводят в преддверии празднования Великой Победы. Многие ветераны Великой Отечественной войны служили в органах внутренних дел. Забывать о них мы не имеем права. А вот воздать дань памяти, выделить несколько часов своего времени, чтобы привести в надлежащий вид захоронение героев Победы – это для нас большая честь, говорят в милиции. У кого-то из усопших не осталось родственников, у кого-то живут в другом городе или в силу состояния здоровья не могут прийти и убрать могилы. Милиционеры, вооружившись граблями, лопатами, садовыми ножницами, красками и кисточками, обновили внешний вид более десятка захоронений. Работали как на центральном кладбище, так и на Новом Борисовском. Убрали прошлогоднюю сухую траву, выкорчевали ненужные свежие поросли, покрасили кресты, высадили цветы. Захоронения мы с коллегами обновили дружно и быстро. Там чистота и порядок. Теперь и День Победы встретить не стыдно. Делится впечатлениями один из участковых инспекторов милиции. О подвигах павших героев, которые к тому же были нашими коллегами, 9 мая мы обязательно рассказываем детям, делятся милиционеры.